Музыка — это моя любовь, это моя отдушина. Считаю, что в музыке я могу проявиться, показать все свои чувства, эмоции. И, конечно же, хочется получить колоссальнейшее удовольствие от дуэта со звездой. Встречайте, педагог, репетитор английского и немецкого языков из Иваново Диана Тагиева. Put your loving hands out, baby. I'm begging you. Anytime I see you, let me know. But I plan to see, just let me go. I hold my knees when I'm begging, 'cause I won't lose you. Спасибо. Ну, ребята, разорвали. Диана, вы как преподаватель английского. Ну, как Ваня спел? Я приглашаю Ваню на свои занятия. Это мне точно надо. Подтянуть, подтянуть. Я думаю, что мы разберемся. Знаете, как я переживал, когда сказали, что там учитель, лингвист. Я думаю, боже мой, зачем я туда иду вообще? А взял ли я дневник с собой? У меня уже сердце вот так вот бьется. Я думаю, да я сейчас вообще ни одно слово не прочитаю. Так-то я нормально разговариваю. По-русски-то да. По-русски-то мы всем нормально разговариваем. Ну, я думаю, что мы с Ваней найдем подход, потому что у меня методика преподавания как раз
раз-таки основана на музыке. Поем песни и учим слова, то есть пополняем словарный запас. Что ты подумала, когда вот Ваню увидела? Вот первые секунды, что внутри? Как? Честно говоря, я очень рада, потому что мне Ваня очень нравится как исполнитель. Я слушаю его песни, я люблю его тембр, я люблю его энергетику. Она такая светлая, кочевая, и поэтому я очень рада, что Ваня, ты сегодня со мной. Мы с тобой классно. Это взаимно, правда взаимно. Слушайте, опа, мы тут болтаем друг другу, поем дифирамбы, а у нас уже есть одна оценка. Денис! Спасибо. Что? У нас есть две оценки. Спасибо. И все оценки в пользу Дианы. Но оно в пользу Дианы. Моя любовь. Красавица. Талантливая необыкновенно. Столько внутри пацанки. Но я Иванова. Хочу на вас смотреть, я хочу вас слушать часто. Спасибо огромное. Я вас благодарю. Вы знаете, есть такое выражение. Великий боксер когда-то сказал, что порхай как бабочка, жаль как пчела. Вы порхали и жалили абсолютно каждого из нас в жюри. Сердечко. Это было феноменально. Вы нашего сердца чемпион, Диана. Я благодарю вас. Умоляю вас, Бэггин, идите в финал. Я благодарю вас, спасибо. Я вообще получила такое удовольствие. Во-первых, я очень люблю Ваню. Ваня. Спасибо, это взаимно. Как я рада, что вообще у вас такой был дуэт, что именно тебе дали Диану, Диане дали Ваню. Ставлю звезду Диане. Егор, Егор, Егор. Мне очень понравилась Диана, но я боюсь таких женщин, если честно. Я добрая. С такими именами, с таким темпераментом. И поэтому... Вернее, не поэтому, а чтобы, так сказать, малина жизнью не казалась. Я отдаю свой голос Ване. Нет, подождите! Ну вы чего? Ну зачем? Дайте девчонке в финал пойти, но она потрясающе поет. У меня хороший темперамент. У нас же есть какая-то солидарность в этом, конечно. Надежда, это было филигранно. Это было божественно. Мне кажется, что... Она себя заявила потрясающе, правда. Пока вы здесь ссоритесь, я пойду схожу к группе поддержки. Сходите, Антон, пожалуйста, мне просто манят они меня. Я поговорю, тут их муж, Александр. А зачем около девушки? Он сидит там. Все. Они все для меня на одно лицо. Саш. Да. Сейчас ведь исторический момент творится. Сейчас жена станет певицей. Поэт на гастроли. Что вы будете делать? Потому что цветы... Конфеты, это ведь только начало. Мы уже женаты же, какие цветы конфеты? Мы нет, уже все не прошли. Вы, мы с дочкой дарить. Будем ее поддерживать. Нормально, только. Да? А вот вы сказали по поводу темперамента. Я тоже боялся, но женился и до сих пор боюсь, но, в общем, все нормально. Золотые слова. Не надо бояться, так что надо не бойтесь темперамента. Честно. Что? Другую, да, давай, жми, молодец. Ура. Спасибо большое, спасибо. 4-0! Как вам, Петр, как вам? Миллион комплиментов, Диан. Муж сидит, боюсь, буду так аккуратно очень говорить. Во-первых, вышла на сцену, только вышла, еще не запела, уже понятно, что победишь. Вы так красиво пританцовывали. Как будто это ваша любимая песня, Петр. Это правда моя любимая песня. Правда любимая песня? Да, я угадал? Бэггин обожаю, ну, мне вообще все прямо нравится. Прям обожаете? Прям обожаю. Прям так, что вы на аккордеоне можете сыграть. Ну, если Лариса попросит... Я прошу. Лариса просит! Мы все просим! Может быть, у вас с собой случайно завалялся аккордеон? Просим, просим! Позвольте мне завершить мой нелегкий труд. Вы не представляете, как это тяжело. Носить аккордеон, я согласен, очень поставить тяжелый. Поставить оценку заслуженную человеку. Слушай, Диан, здесь сомнений даже быть не может. Ты проходишь финал, ты умница. 5-0! Да, 5-0! Спасибо огромное.
вас. Спасибо. Спасибо, это было просто фантастическое выступление.